русских до сих пор вот оставили в покое, особо их не тормошат, они сами развиваются, потихонечку умнеют, потихонечку богатеют. Вот. И с точки зрения не жизни одного поколения, а двух-трех поколений, это хорошо, это даст свои плоды, и чем дольше этот период продлится, дай бог, тем лучше. Далеко не лучший, конечно, этап, уровень, но и далеко и не худший. Посмотрите, что с Россией делали в 20 век. Просто людям хоть какое-то подобие продыха вот было только там с конца 50-х годов. И повторяю, это подобие продыха, одурманивающая пропаганда, однопартийная система и почему все остальное. Там карт не было, в Москве не было карт. Карт Москвы не было, не говоря еще. Был план-схема. Люди ходили, друг на друга натыкались в Москве, говорили, не подскажете, как пройти на такую-то улицу, потому что будет дом еще какой назвали, так сказать, там. Ну, слепые просто. Прогресс за последние 20-30 лет колоссальный. Культура, в том числе и уровня дискуссий, к счастью. Я это особенно хорошо вижу. Хочется, конечно, всегда большего. Вот так устроен человек.